Опять я закрепил. О. Понял? Да. Вот так вот. Уж. Ну ладно. Ой, там GPS выключить. А, а думаешь, надо? А зачем? А, пусть ладно. Подумаешь, он покажет среднюю скорость там в 1 км в час. Так. Так, ничего, пойду. Убирать бережку. А вот же, бережку что-то. Да я вижу. Да. Хочу я тут собирать что-то. Давай сейчас. Так. А где бензин? А, сейчас бензин не нужен, это одной спичкой зажигал. Тут не самый лучший вариант коры, конечно, был. Да что, нормальный будет раньше. Что тебе там не нравится-то? Корыто? Да нет, почему не нравится? Это горит еще лучше. Это вообще что-то сухое было. Там-то эти пяти укрытия, если хотел что-то сделать. А, берешь-то. Я тут еще кое-что надо. Как это делали, наш турист научили. Ты не смотрел фильм «Аватар»? Чего? «Аватар». «Аватар» смотрел. Да, сказка. Нет, там и очень интересные идеи. Чего? Идеи очень интересные. Представлены. Сказка? Да, ты что? Альтернатива религиям. Очень интересная идея. Лучше индийской. Ты видел, обратил внимание, какая там вечная жизнь? Не обратил. Чего говоришь? Как у них реализована идея вечной жизни? Нет. Чего-то я давно... Невнимательно смотрел. А мы давно смотрели. Невнимательно. Так, сейчас посмотрим, как это сделать правильно. Нет, это в чем? Не, надо будет все еще... Да-да-да. Вот. Тройник, сейчас я просто смотрю, как это сделать. Надо тонким концом было сюда. Туда тонким, да? Тонким концом. Да. Сейчас посмотрим. И сюда еще рогульку. Да, рогульку нужно какую-то. Какую-то попроще, какую-то более жесткую дерево. Сиди, понадеюсь. А вот можно, ведь. А вот сосновые, вон. Чем мне рогулька? Вон лежит. И ее главное подпереть ведь и все. Ну да. Вон лежит сосна. Вот это? Ну да. И убивать надо, я не хочу ее убивать. Чего убивать? Посмотрим. Она мертвая, сосна-то эта. Да я вижу, да без разницы. Вот подлесок он все равно никогда не вырос. Ну вот тогда перед тобой, вон прямо перед тобой. Да. Ну и это. Она не вырастет, все равно сидит.
делают. Мелковато. А может, нормально. А вот, в принципе, достаточно держится и вот чего. Ну да, чтобы она не провалилась, да и все. Да, вот как и рассчитано. А можно вторую рогульку такую же сделать? Можно и две, конечно, сделать. Давай две лучше. Давай две. И съезжать. Съезжать не будет. А вот прям, вот чем мне рогулька. Вот это? Ну да, вон рогулька. Так, ну-ка. По-моему, вот как переживает. Вот так и давай, отбрасывай. Офигенно закончили, бриться можно. Вот и все. Отлично. Когда все прекрасно. Вот оно лучше. Сейчас мы уровень не взял. Уровень? Да. А у меня есть. Да ты ж... А, ну да. Программа. Я знаю. Я видел. Ну, можно это постучать, конечно, топориком. Или покрути ее. Давай в корень первый. Ну-ка попробуй. В корень первый. Вообще. Думаешь? Что подожди, давай. Видишь, насколько зашла? О, да, ага. Лишнее. Ну вот, ну, и нормально. Все, что там? То, что надо. Ну, да. Проверить эту версию. Ну вот. Наилучший вариант. Я почему сначала запрятил, что Берестанский меняется моментально, не успеет. Сгорает-то? Ага. Ну и что, а вон сколько бересты-то? Веток подложим. Я говорю, что... Не обязательно береста, пусть костерчик горит. В принципе, да, может. Жалко, скорость. Что ли? Шнапс. Да, завариваем полный. Не крепкий, но полный. Родниковая. Ты развернись. Это же всем видео уйдет. А, забыл. Да, я и забыл. Да. Ух ты, класс. Вот что еще дать добавить. Так. Классно. Так, надо вот чтобы она, естественно, вот так. Вот. Так. Ага. Мы оценим сейчас скорость закипания. Есть процесс. Огоньку, пожалуйста. Чем меня поразило, что сырая береста горит великолепно. Удивительно здорово загорается. Тут хотел взять зажигалку и забыл. А зажигалка, кстати, очень удобная. Причем я ее не брал, я ее нашел. Я вообще не покупал ни разу зажигалок. Я ее нашел, а у меня баллон есть. Ага. Здесь хорошая береста, она очень не быстро горит, но надолго. Но не очень горячая. Давай. А все. Газ кончился. Не. Просто она, видать, уже БУ. Поэтому я буду подгораться. Вот, надо обязательно, чтобы вторая была зажигалка. А то раз бы сейчас и нету. А у меня спички есть. А, вот это правильно. Ты не думаешь, что это... Мы не такие простые, как некоторым дыркой думают. Это может показаться с первого раза, да. С первого взгляда. У меня спички есть, причем, по-моему, не в одном экземпляре. Ну, правда, ты так думаешь обо мне. Хорошо. Да не, ну как я? Чё-то не хочет. Да пусть, не надо. Нормально. Да нормально. Некуда спешить. Не забывай, что есть камера, смотрит. А, да. Кое-что. Седов завтра отмечает 70 лет. Кто? Седов. Седов? Нифига себе, я бы не дал ему. Хорошо выглядит.
должно это отобразиться. Он же мне в одноклассниках. Кто? Федоркин. В одноклассниках? Ну да, ты же меня сам видел. А, да, он туда не заходит. А я так и понял, что ты заходишь, наверное, не он. Я пару раз, а ты его имени. Я так и понял, что он не любитель. Он как-то без понятия. Да, я так и подумал. Давай, если хочешь, закрепи. А зачем? Это так. На камере будем вдвоем. Сейчас я остановлю, хватит там, поснимали. А, да, понятно. Я просто это сам. А я уединил тогда файлы. Это и твоему. Только пришлось их конвертировать сначала. Форматировать в одну. Понятно. MR4. Они не хотят сшиваться в моей программе. Давай, я сейчас остановлю. Закрепи туда. Камеру-то? Да. И зачем? Смотри, я просто делаю. Я показать больше так короткий клип. Длинные клипы никто не любит смотреть. Никто. Да, я поэтому не снимаю. Никто не станет длинные смотреть. Просто я снимаю почему? Чтобы выбрать какие-то моменты потом. Показать, где мы этим занимаемся. Да. Что это действительно лес. Чем лес? Ого-го какой. Я потом еще к тому же это на ускорение пущу. Ты будешь, я в нормальном темпе. Мои посмотрели эти ускоренные, сказал, плохо стало. Кому? Моей. Плохо стало? Ага, туда-сюда. Значит, нечего и смотреть тогда. Такие. Я обычно трехи даже делаю. А? Вот так вот делаю. Проще. Да давай закрепишь, я сейчас остановлю, ведь. Ну подожди, идем. Иди сюда. Давай, что закрепить? Работает? Ну вот.